Россияне требуют отменить концерт Егора Крида. Инициатором скандала выступил некий житель Томска, который написал петицию на имя мэра Томска с требованием не допустить развратного шоу Егора Крида. Петицию подписали еще несколько десятков человек. Концерт Егора должен состояться в Томске 6 октября. Противника Крида зовут Александр Ягодкин. Он так объясняет свою позицию. В творчестве Егора слишком много агрессивной пропаганды пошлости и алкоголя. Огромное количество мата, прочих деструктивных смыслов, что оказывает сильнейшее негативное влияние на детскую психику. Да и на взрослых такая пропаганда может оказывать воздействие. Ягодкин уверен, что таким артистам, как Крид, не место в студенческом городе Томск. Мэрия всерьез восприняла петицию, и по некоторым данным продажа билетов приостановлена. Скорее всего, шоу все-таки состоится, а мистер Ягодкин решил всего-навсего хайпануть за счет популярного певца. Ну и конечно, навлек гнев многомиллионной армии поклонников Егора Крида. Агентство «Красконцерт», которое организовывает концерт Егора Крида в Томске, прокомментировало петицию, запущенную жителем города. Отмены концерта не будет, репертуар артиста достаточно большой, поэтому трек-лист для концерта в Томске полностью соответствует возрастной категории 6+, сообщила пиар-менеджер агентства Юлиана Киященко. Выступление Егора Крида должно состояться 6 октября в Большом концертном зале. В настоящее время все билеты на концерт раскуплены. На этом все. Подписывайтесь на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Всем пока!